Более 400 елочных базаров будет работать в Подмосковье во второй половине декабря. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» прямо сейчас. Подробности. Агентство новостей «Москва» сообщает, что на территории Подмосковья будет организовано 408 елочных базаров. 215 из них будут созданы на муниципальной и государственной территории, 193 на частных площадках. Больше всего елочных базаров появится в городском округе Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Щелково. Основная часть елочных базаров начнет работу с 15 декабря. Покупатели смогут выбрать как отечественные ели, сосна русская и ель русская, так и импортные. Ель норвежская, сосна канадская, пихта фразера, ель американская голубая и хвойные издания. Также можно будет приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки, подставки для елок. Отмечается, что базары оформят в едином стиле. Там должна находиться информация о режиме работы, об осуществляющем деятельность хозяйствующем субъекте, а также документация на реализуемую продукцию. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!